Привет, друзья! Это истинный следователь. Этот ролик, как измерять скорость доступа в интернет. Это если вы в интернете постоянно находитесь или работаете, это необходимо, потому что сами провайдеры продают интернет, и они плоховато следят, обманывают. У меня уже была куча роликов перед этим, можете их посмотреть. И сайт speedtest.net, он меряет нормально, точно, но с ним проблема была с тем, что он на флеш работает, а флеш сильно подтормаживал даже на нормальном соединении, с нормальным компьютером, там куча реклам подгружается, еще чего-то, то есть ждешь там минуту, и еще там был недостаток. График от человека закачки не показывал, то есть как прыгает скорость там в течение минуты. Ну, это не очень критично, конечно, но, например, если оно прыгает туда-сюда, это ненормально, скорость примерно должна держаться прямой линией. И вот у них появилось, видите, адрес. Смотрите наверху beta.speedtest.net. Почему-то они не переводят, не убирают флеш, короче, не хотят флеш убирать, а флеш очень плохой. Если кто не в курсе, он стоит на компьютере, он нафиг не нужен, он постоянно виснет, обновления не помогают. Сколько у меня он стоял, он обновлялся все время, там версии 20, 22, 24, все равно. Например, сайт там видеочата, вот это какой-нибудь еще. И он пишет, хоп, ошибка. Ну, последнее время вроде меньше стал писать ошибки. Ну, и загружает компьютер чуть больше даже, чем вот HTML5 какие-то подобные. И HTML5 его ставить не нужно, просто браузер работает. А флеш все время надо ставить, либо он должен обновляться, там уязвимости, куки, отдельные куки у него, которые вы не удалите, они там где-то очень далеко понапрятаны. В общем, очень плохая вещь, и поэтому его надо с компьютера удалить, и с браузера тоже удалить. Ну, если с компьютера удалить, он с браузера удалится. Вот это видите, что это не флеш. Проверить очень просто. Правой кнопкой нажимаете. Здесь бы было меню там такое. Флеш 24, 00, там 241. Вот. Ну и все, меряем скорость. Пинг 13. Много раздражает меня, потому что, мне кажется, поменьше должно быть скорость 100 мегабит. Ростелеком дает как бы побольше, 140. Но на самом деле, раньше он давал и до 200-300 ночью, когда люди особо не грузят. Ну, побольше, чем 100, и ладно, в общем-то, и хорошо. Вот, видите, графики. Ай, блин, они пропали. Ну, полосочки такие, как стабильность показывает. Там нормально все было, нормально. Пинг, может, немного великоват. Сервер меняйте обязательно. Ну, я мерю, естественно, недалеко от себя. Потому что дальше там уже пинг должен увеличиваться, и скорость падает. Даже если с крупными городами и странами. Так что у меня там был, с чем померить, МТС, давайте МТС. На, без флеша, как тут у них, HTML5, о, пинг 6, ну вот нормально, до десяточки, а то тридцатка напрягает. Будем называть HTML5. Нету пинг, джиттер там мерил еще
Пинг, ну, более подробный, и джиттер, там, качество сигнала, он только на флеше остался. Я пока не нашел HTML5. Вот так вот. То есть в флеш-программках найдите там панель программы удаления, панель управления программы, и там флеш найдите, удалите его в жопу. Если в настройках Firefox, он легко находится. Заходим в настройки. Блин, где они? Нет, не туда зашел. Расширение надо найти. Дополнение, блин. Расширение. Плагины. А, так, что это? Adobe. Что за ужас? Вот, в общем, его здесь нету. Но если он есть, просто его отключаете здесь. Никогда не включать. И лучше из Windows удалите. Если какой-то сайт требует флеш, ну нафиг такой сайт, особо никакие хорошие сейчас не требуют его. Можете отдельный браузер завести. Это Firefox, хороший браузер, один из лучших на данный момент для использования. Его используйте в портативном режиме. То есть он не инсталлирует систему, а лежит в папочке у вас. Либо просто так его поставьте, либо через оболочку Portable Apps, через нее загрузите, как вам больше нравится. Ну и второй браузер можете для резервной работы, Chrome, поставить. Тоже портативный обязательно. Видите, бета спидтест, то же самое, но Chrome флеш не очень дает удалять. В настройки надо заходить и там в свойствах искать плагины, флеш не включать. И полностью удалить нельзя из браузера. Ну там в глубокую папочку залезаете. Сейчас не буду показывать. Там называется папка Piper Flash. Просто ее сотрите в жопу, эту папку, и не будет флеша в хроме. А он такой как бы встроенный. Из Windows удалите, он еще будет в папочке сидеть. Так, ну вот посмотрим. В хроме у меня не хотел работать на HTML5, ну вот заработал. Отличный пинг 6, меня радует. Скорость нормальная, стабильность полосочка нормальная. Загрузка, что-то маловато. Я же ничего вроде сейчас я не гружу, что за чушь. Ну ладно, в общем, в основном я хотел вот это показать. Занимаемся прогрессом. Давным-давно надо было убрать. И кое-как люди двигаются в эту сторону. Но надо фактически, видите, сделать со своим компьютером то, что я сказал. И все нормально. Флеш нет, это не флеш. Вот, видите, не флеш. Ну, на этом все. Так, единственное, на Windows вот Java иногда требует установку. С ним тоже проблемы, хотя Java какой-то Firefox, по-моему, вообще хочет убрать из своих плагинов NPAPI на только PAPI. Блин, вот я ж не знаю, что там с Java будет. Надо от нее как-то тоже отказываться. Ее используют банк, например, один банк, которым я пользуюсь, он использует Яву. И как ее использовать, если, ну, люди отходят от Явы, что она тоже уязвимость предлагает. Пока этот вопрос точно не изучил. Пока, ребята, подписывайтесь на мой канал. Всегда здесь будет много революционного и полезного.